Єрмака здали агент ФСБ. Зеленський працює на країну агресора. Українці шоковані. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, підписуйтесь обов'язково на наш канал. Переможемо разом! Слава Україні! Послухайте, що він сказав мовою оригіналу. Привіт! В ото празнічний день у мене для вас дві новості. Перше ще не вмерли України. Вторая и Николы не помре. Почему? Потому что Украина была есть и будет. И мы в день независимости, как и в другой другой день, прекрасно знаем, что оккупантов нужно уничтожать, где бы они ни находились. Потому что на этом базируется простой а, лозунг и подход. Да, Украина была, есть и будет. И тут очень и очень важно, что об этом начинают понимать. И в Российской Федерации. Они еще не знают, что делать. Я подсказываю. Вам нужно. Удавить деда. Деда войны, повелителя бункера, как угодно. Называйте его президентом Российской Федерации. Но все прекрасно понимают, в том числе там на болотах, что он безумен, он ненормальный. Он может проигнорировать потерю части Курской области и при этом с умным видом давать указания, как надо восставших зеков в колонии ИК-19 в населенном пункте Суровикина, как их нужно ликвидировать. Путина понять можно. Ему это приятней, потому что расстреливать безоружных, это же так просто, и можно оказаться в результате стерхами победителем. Так вот, мы не безоружные, я тут не провожу никаких параллелей, я просто фиксирую тот факт, что Украина вооружена, опасна, и мы заберем все свое. И сомнений по этому поводу ни у кого не должно быть. Ну и сегодня есть важное объявление в День независимости от президента нашей страны. И наш враг знает, что такое отплата по-украински. Гидна, симметрична, далекобийна знатиме, що в кожну точку РФ, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави і наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь. Вот эти слова должен запомнить а каждый гражданин фашистской Российской Федерации. В каждую точку, в каждую, без исключений, прилетит или украинская ракета, или дрон. Если кто-то не верит, то смотрите, проклятие царь нефтебазы, оно же распространяется по Российской Федерации и горит все ярче и ярче. Ну, во-первых, после нефтебазы загорелся населенный пункт пролетарская, и это не случайно. Ну, а во-вторых, значит, эстафету поймали в воронежской области куда прилетели наши дроны и началась детонация складов бахало так что местные жители задавались вопросом а что же это такое что же это а, так горит и взрывается а что боеприпасы и заметьте что получается не то к Дню независимости, не то это планомерная работа сил обороны Украины, а я и именно из-за этого. У них что-то там происходит. То паром утонет, то, соответственно, загорятся или склады, ну или что-то другое. Значит, сегодня прилетела в город Острогожск какая отвратительная какое отвратительное название на воронежской области там у нас между прочим располагается учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой автобронетен... службы министерства обороны но что хочется сказать нет у вас а, больше вот этого учебного центра теперь только один а, безопасный учебный центр на территории россии да нет Чечня не Россия. В Грозном, там вот недалеко есть университет спецназа, где за деньги русских тренируются кадыровцы, ну и чуть-чуть сами русские, которые потом отправляются на войну в Украину. Но в, словах, в, в поздравительных словах президента Зеленского есть еще одно, и очень важное. Це теж понимать починають там на болотах, в Росії. Підписуйтесь на мой ютуб канал. Ми називаємо здесь вещи своїми іменами. Вицвілі очі їхнього начальника сприймають весь світ сірою зоною. Та ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий діс червоної площі. Який постійно погрожує всім червоною кнопкою диктувати нам якісь свої червоні лінії, як жити, яким шляхом йти, який вибір робити, Буду для себе визначати лише Україна. Как выяснилось, червоне линии, красные линии, они есть. И эти линии проводит Украина. Сейчас они проведены уже за Суджей. И, как это ни странно, сколько бы Раша на нации не рассказывали о том, что они остановили украинское наступление, контроль территории в Курской области увеличивается и увеличивается. Тут есть даже такие интересные свидетельства, что даже в городе Легове, эвакуация проводится, дед, дедушек и бабушек вывозят, а, внимание, молодежь остается. А все почему? Потому что там ждут вооруженные силы Украины. Налажена система помещений, сегодня налажена эвакуация. Почему знаю? Я вам рассказывал, у меня жена с тех краев, у нас Ольго, там сейчас родня осталась, то есть стариков вывезли, молодежь осталась. Если что, она сами уедет. То есть у российского генерала, который чем ближе к Москве, тем чаще появляется на публике трезвым, есть понимание, если что уедут. Но в смысле этот районный центр не факт, что останется под контролем Российской Федерации. Это первая новость. А я все-таки считаю, что те, кто поумнее в России, они ждут прихода украинской армии. Для чего? Ну, во-первых, понимаете, жить с дедом, с выцветшими глазами, это же отвратительно. Они же не просто так вот носятся с этим мифом о Пригожине. Вы представляете, до чего Маничелло довел Россию, что если у них покойник, да, а мы исходим из того, что Пригожин, он покойник, имеет рейтинг 20 и или 30%. Причем уже целый год прошел с того момента, как его взорвал Владимир Путин. Почему? Почему рейтинг Пригожина такой высокий? Потому что в самый последний момент, а он сказал, что Путин сказочный мудак, дедушка-мудак. Да, это первое. Ну, мы теперь уже понимаем, что дедушка с выцвевшими глазами. И насчет глаз Путина. Это же правда. Вы посмотрите на него, на эту а, дедшмара, выцветшие глаза и выцвевший мозг, который а, из-за своих а, каких-то а, исторических погружений погубил такое количество людей. Ну ничего, россияне за все заплатят а, в полном объеме. Вы заметили, что российская пропаганда ну, а, в легком а, нокдауне который со временем перейдет в глубокий нокаут. То есть они делают вид, что практически ничего не происходит, рассказывают такие вот вещи, что они обязательно победят. Вот еще чуть-чуть и победят, но только вот вопрос в чем, что они эти же предложения, эти смысловые конструкции и городили два с половиной года назад. Да, сегодня ровно два с половиной года начала Большой войны. А вторжение началось 20 февраля 2014 года. Так вот пропагандисты говорили, что вот победа близка, еще чуть-чуть. Только вот расстояние к Москве начало сокращаться. И тут уже не до парада в Киеве. Они об этом даже, даже не мечтают. Чтобы себя как-то подбудрить, частенько они крутят в эфирах слова безумного Жириновского, который там рассказывал, что Украины не будет, еще там что-то, а Штатов не будет, а будет только Путин и Россия, которая нигде не заканчивается. В Курской области по этому поводу другое мнение. Так вот, внимание. Дело в том, что Владимир Вольфович, он так много наговорил о вещей за свою жизнь, что тут можно подобрать такие слова, от которых, от прогнозов, от рока, который посеял или позвал Жириновский, россиянам будет страшно и ужасно. И останутся они на едине с дедом с выцвевшими глазами. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО. И, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы, кто сегодня голосовал. Поэтому пусть у вас отсохнут руки 243 предателя России. Если бы мне хотелось сегодня хайпануть, я бы так и сказал, что самое страшное пророчество Жириновского в части будущего России сбылось. Но нет. Под Курском стоят, а под Смоленском еще нет. Дело в том, что если бы было бы под Брянском, то это логично. Дело в том, что мы со Смоленской областью не граничим. Или с Смоленской народной республикой. С, А, Н, Р. Кажется так. Там Беларусь пока прикрывает смоленскую область, но, судя по всему, тут тоже не все так однозначно. Дело в том, что Александр Григорьевич, он же прислал нам поздравления с Днем независимости. А что это значит? Кто-то скажет, что это протокол и политес? Не только. Дело в том, что высоты тараканища, он прекрасно знает. Он понял. Он смотрел мои видео, он подписан на канал, он прекрасно знает, что Украина была, есть и будет. И, соответственно, он выстраивает уже политику после того, когда у этого таракана, простите, у деда с выцвевшими глазами, наконец-то глаза закроются один раз и навсегда. Ну, вы понимаете, операция эта будет называться «Кирилл Буданов гуляет по Москве», может быть «Табакерка», а может быть, не знаю, «Заговор» или что-то другое. Потому что все сейчас понимают, что ситуация да, вот сводится вот к такому. Я, сейчас хоть раз на, я в этом случае да. хочу сказать: съездите хоть раз на похороны русского солдата, которому вовремя не хватило чего-то, которого не прикрыли и который, скажем, не смог вовремя закопаться, потому что подошли украинские резервы, переехавшие через эти мосты. Как российская власть должна реагировать на предложение поехать на похороны русского солдата? Есть эм, есть универсальный подход. Погнали. Гурулев профессиональный, временно трезвый российский генерал. И для него погнать на похороны не проблема. Он, может быть, думает, что там даже можно развязаться и пополнить уровень боярышника у себя в крови. Но ведь это же можно остановить. Ведь можно просто уйти домой. Это такая простая формула. Россияне, идите домой, ну или умрете. И Понимаете, когда весь мир поздравляет Украину с 33-летием, 33 года назад провозглашена независимость Украины, все же понимают, что Украина никуда не денется. Вообще, смотришь поздравления наших военных сейчас, у нас сейчас такая военная техника, но я даже не знаю... Если кто-то в России услышит снова слово демилитаризация Украины, особенно если это скажет этот дед с выцвевшими глазами, знаете, что надо делать? Надо бить его ногами, руками и да и выбрасывать его в окно. Потому что оружие ну, такого уровня. Я, честно говоря, даже не предполагал, что мы можем организовать процесс таким образом, что мы будем убивать российских оккупантов, спасать свои жизни и свою родину, а нам за это еще будут платить деньги. Ну, так вот получается, ведь воюем мы западным оружием. И это западное оружие, внимание, в рамках демилитаризации, оно не только привозится в Украину, оно и производится в Украине. Как вам такое, да, россияне? Смотрите на наши F-16, Патриот, на наши танки, на наши самые мощнейшие, самые современные артиллерийские системы. Ведь это кто сделал? Кто это все сделал? Он, дед с выцвевшими глазами. И да, там на болотах а растет непонимание и недовольство. А как же так? А нас-то за что? Вы можете написать, за что россиян и когда это прекратится. Мое мнение, когда будут выведены российские войска с территории Украины. А до этого момента, как сказал Зеленский, нет безопасных мест на территории России. Если кто-то сомневается, предлагаю вам переехать в пролетарское. Там, где продолжает уже неделю гореть царь нефтебаза. На войне как на войне. Если вы решили воевать, то воюйте. Если вы решили сдаться, то сдавайтесь. Ну, так в мире ну, принято. Да. Ну да. А когда вы называете СВО, а это война, то мы приходим к той ситуации, которая сегодня происходит, когда враг на нашей территории. Так, СВО, если я не ошибаюсь, начал Путин, и вот оно прозвучало. Если вы хотите сдаться, я смотрю, тут в некотором роде пророки появились. Причем из категории этих раши нации именно они об этом говорят. Те, которые так горячо поддерживали вторжение, а теперь накидывают варианты, оказывается, можно сдаться. Я от себя добавлю что можно просто вывести войска с территории Украины. Вы даже сохраните своего маньяка, если захотите, и свою территорию. Спасете Рашку от развала. Это не точно, и это временно. Но ведь дальше будет хуже. И все это понимают. И все это проговаривают вслух своими нацистскими ртами. Враг на нашей территории уже две недели, а мы слышали обещание за три дня с ними разобраться. Мы до сих пор не услышали, кто же все-таки виноват в том, что это произошло. Ну, ре реально, любая военная операция, особенно неудачная, после нее следует то, что называется разбор полетов. Ну, выводы. Когда Конечно. выясняют, почему, как, кто виноват, Два-три кто... дня, это слова Рамзана Ахматовича Кадырова. Этот парень должен будет извиниться. Перед будущим лидером Российской Федерации, что он себе позволяет. С ним поговорит Адам, засомневался в Кадыреве. Вот а, негодяй. А вот кто за это отвечает? Ну, вот правда, кто отвечает за Курскую область? Ну, можно, конечно, искать стрелочников, повесить Герасимова. Кстати, это будет не лишнее. Но ведь все понимают, что это дед. С выцвевшими глазами. Именно так. Тот, кто придумал вот эту вот формулировку в речи президента, он молодец. Это же так точно. С выцвевшими глазами, трясущимися руками. И который говорит, что они в рай. Нет. Вы просто сдохнете. Кто отвел войска, кто не принял решение, кто проигнорировал разведную информацию. То есть это все выясняется в узком кругу, я согласен. Потом принимается урок решения. Но страна хотя бы должна на сегодняшний момент, спустя две недели, увидеть хоть разочек правильную, полную карту того, что она потеряла на данный момент. То, что ее солдатам придется отбивать кровью своей. У нас же до сих пор нет нигде нормальной карты. Я не на одном месте. У блогеров чертят, но это, извините, блогеры чертят. Вы заметили, что им даже как-то Донецкая область стала не сильно нужна? Что же могло случиться? Как вы думаете? И значит, солдатам придется отбивать, а некоторые там в этих же студиях уже говорят, что это, возможно, на годы, на годы Россия потеряла Курскую область но отбивать российским солдатам придется кровью своей. А потом что? А потом м -м, генерал Гурлев заявит, погнали на похороны. Мы начинаем сейчас очень серьезно проигрывать информационную войну. Потому что мы все время говорим, эки-оки, как-то где-то обломки БПЛА упали и взорвали целую нефтебазу. А, извините, мы живем не в вакууме. Интернет забит видео, интернет забит комментариями, интернет забит вражеской информацией. Это вражеская информация, на нее садятся наши с вами сограждане. И они уходят от нашей с вами информации. Ну, во-первых, все-таки взорвалась не нефтебаза в пролетарском Ростовской области. Это как-то будет нечестно. Еще раз, это царь нефтебаза. И она горит, и округа горит. И нам это нравится, и я так вот чувствую, что у кого-то скоро будут проблемы с топливом или с хранением. Хотя, вот я вчера прочитал сообщение о том, что в Ростовской области начали массово продавать нефтебазы. И знаете что? Я бы купил вот правда, а купил бы и заправлял бы украинские танки, бронемашины и самолеты. А дисконт был бы 100%. Гулять, так гулять, там как бы стрелять, так стрелять. Но если воевать. Я совсем не. Никто из нас не любит Значит, войну. Не теперь... Война это пакость всегда и неприятно. Но если уж если так уж распределилась судьба, что ну так давайте воевать, а не сопли жевать. Извините. во-вторых? Никаких, во-вторых. Ну, во-первых, если воевать, то уж лучше на российской территории. Тогда россиянам быстрее будет доходить, что на проблемы а у них в руководстве. А далее, значит, сопли ⁇ Жевать ⁇ Кто сопли ⁇ живет ⁇ О ком он говорит? Ну, правда, он говорит о Владимире Путине, об этом о, деде с выцвевшими глазами. Это же так просто. И говорят это по российскому телевидению. Кстати, насчет ⁇ Жевать сопли ⁇ а ну-ка... Давайте-ка зафиксируем последствия. Нет ни цели, ни стратегии, нет никаких задач до сих пор. Пентагон задает вопрос Украине, зачем и какой дальше план. А здесь выясняется, что они решили просто что-нибудь отчебучить. За это что-нибудь отчебучить, исходим из того, что будет грозный ответ. Имею в виду, что только по официальным данным, исходя из того, что известно к этой минуте, в результате того, что они отщебучили на нашей земле сотни разрушенных домов, 131 тысяча эвакуированных граждан, 31 мирный житель погиб в результате того, что они отщебучили. Скажите за это спасибо деду с выцвевшими глазами Владимиру Путину. А ведь этого действительно могло бы не быть. Вот у них последняя надежда, у Ольки и компании, что вот американцы каким-то образом что-то там скажут украинцам. И, соответственно, ситуация начнет меняться. Потому что последняя надежда Ольки, кажется, это Белый дом. Но не надо на него надеяться. Значит, Камала Харрис говорит, что будет помогать Украине и другим союзникам НАТО. Как вам вообще вот сам порядок слов а, НАТО и Украина или Украина и союзники по НАТО, но просто все по Жириновскому, ведь так? А еще Джозеф Байден к дню независимости отсыпал нам боеприпасов и ракет Хаймарсом, а, опять крупный пакет военной помощи. Хотя я вот думаю, а нам ли этот подарок сделан? Вот давайте-ка разберемся. Вроде бы боеприпасы передают нам, а потом мы их кому передаем. Ну как передаем? Отправляем. В район Льгова и не только. Российским захватчикам. Это получается, что американский привет а, с украинским акцентом. Или украинский привет с американским акцентом. Это все на голову людей, которые взяли и нарушили самое главное правила добрососедства перешли с оружием в руках границу Украины. А я, как человек, которого хотели подать у розыск в России, скажу вам следующее. Просто повторю те слова, на которые в Москве на меня почему-то обиделись. Я им сказал прямо, Любой гражданин Российской Федерации, независимо от его юридического статуса, который пересечет границу Украины с оружием в руках, будет убит. Это же так просто и понятно. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. И да, Украина была, е и буде. Знаем народ жене ТБ, друзі ставайте спонсорами каналу ставьте в подобайки підписуйтесь обов'язково на наш канал переможемо разом Слава Україні